Премия «Мейкин» станет хорошей поддержкой и поощрит талантливых журналистов. Поэтому среди представителей СМИ немало желающих принять участие в конкурсе. Согласно указу главы государства, подписанному в июне текущего года, премия «Мейкин» будет ежегодной. Ищерана президентом Катышсунда Джогорку Денгельде Уткорну Пландаватаус. В истории независимости страны такой премии для журналистов не было. Поэтому учреждение ежегодной премии «Мейкин» – хорошее событие для представителей медиа и журналистики. Когда страна на пути всестороннего развития, журналисты не должны оставаться в стороне. Лучших по 10 номинациям определят члены специальной комиссии, состоящей из 11 независимых медиаэкспертов, журналистов и представителей государственных органов. Мы надеемся, что премия станет не только хорошим поощрением работы журналистов, но и объединит представителей журналистики и медиа. К сожалению, на сегодняшний день есть такое негласное разделение, как журналисты оппозиционные и государственные, поэтому верим, что все журналисты объединятся под одним тундуком. Работы на соискание ежегодной премии президента «Мейкин» будут приниматься по таким темам, как Бирель Бертюндук, единство народа и межэтнические отношения, Керемет Кыргызстан, природные достопримечательности и гостеприимство, Салык Оныгугу Салым, роль налогов, развитие государства, Тазамекен, бережное отношение к природе, Билим Келечек, образование как будущее, Куттойлет, жизнь в регионах и сельское хозяйство, Мекен Джанамин, героические поступки и патриотизм, Мекендештер, успехи соотечественников за рубежом, Кыргызстанды иштеп чыгарылган, значимость отечества продуктов. Сергей Кчашо, здоровый образ жизни и спорт. По мнению же экспертов медиасферы, если годами ранее поощрение могли получить только приближенные к власти представители СМИ, то на сегодняшний день для журналистов созданы одинаковые условия для развития их творческого потенциала. Премия «Мейкин» – хорошая возможность для журналистов показать себя и поднять престиж профессии. Радует, что в конкурсном отборе смогут принять участие все желающие, как представители частных, так и государственных СМИ и медиа. Кроме того, список тем обширен. Участники могут выбрать из 10 тем наиболее понравившуюся. К тому же призовой фонд премии приличный. Принять участие в конкурсе смогут граждане страны, которые трудятся на телевидении, радио, в газете, блогеры и активисты. Таких ограничений, как государственные или оппозиционные, нет. Для участия в конкурсе необходимо направить материалы, подготовленные период с 1 января по 1 октября текущего года на электронную почту meikinemail.gov.kg. Общий фонд премии «Мейкин» – 10 миллионов сома. Победители будут определены 7 ноября в день информации и печати. Айзере Кахматова, Элиза Нурматова, Умар Малашев, Эркин Кадыров, Фолото 24.